стартовый состав команд сборная Словении. Lineup of the team Slovenia. Номер 12, number 12, Rok Vatisha. Номер 3, number 3, Harris Dedich, капитан команды. Номер 4, number 4, Marko Klimenčič. Номер 5, number 5, Tilian Ahitz. Номер 6, number 6, Dominik Ipkic. Номер 7, number 7, Timi Max Elšnik. Номер 8, number 8, Jan Repas. Номер 9, number 9, Andras Burkoniak. Номер 14, number 14, Давид Тианич. Номер 16, number 16, Давид Шкрпец. Номер 17, number 17, Санти Огненец. Главный тренер команды, head coach, Игорь Бенадейчич. Стартовый состав сборной Беларуси. Lineup of team of Belarus. Номер 1, number 1, Никита Рабцевич. Номер 2, number 2, Алексей Иванов. Номер 3, number 3, Олег Горопучик. Номер 8, number 8, Алексей Утаревич. Номер 9, number 9, Дмитрий Несмертный, капитан команды. Номер 10, number 10, Валерий Громыко. Номер 14, number 14, Илья Кухарчик. Номер 15, number 15, Александр Александрович. Номер 17, number 17, Егор Хвалько. Номер 19, number 19, Илья Рощенин. Номер 20, number 20, Роман Юзепчук. Главный тренер команды, head coach, Алексей Дербиенко. Матч обслуживает судейская бригада в составе главный судья, the referee of the game, Александр Борисов. Помощники, assistant referees, Игорь Коротков и Андрей Кужелев.
забил Валерий Громыко, номер 10 сборная Беларуси. The goal was scored by Валерий Громыко, number 10, team Belarus. Thank you.
Замену сборной Беларуси вместо Александра Александровича, номер 15, на поле выходит Евгений Белько, номер 11. Substitution in team of Belarus. Александр Александрович, number 15, goes for Евгений Белько, number 11. Yeah.
основному времени первого тайма добавлена 1 минута. Finishing time 1 minute. Уважаемые гости турнира, в вестибюле нашего комплекса для всех желающих работает призовой аттракцион «Настольный хоккей». Участие бесплатное. Аттракцион расположен у входа на второй и третий секторы большой трибуны.
Рытай матча Словения Беларусь. Счет 1-0. Беларусь ведет. The second half of the game, Slovenia Belarus. Current score 1-0. Team Belarus leads. Yeah.
Замена сборной Словении. Вместо Давида Тьянича, номер 14, на поле выходит Семен Амерович, номер 11. Substitution in team of Slovenia. Семен Амерович, номер 11, goes for Давид Тьянич, номер 14. Thank you.
Амерович, номер 11, сборная Словении. The goal was scored by Semen Amerović, number 11, Team Slovenia. Замена сборной Беларуси. Вместо Дмитрия Бессмертного, номер 9, на поле выходит Александр Бучков, номер 7. Substitution in Team Belarus. Александр Бучков, number 7, goal score Дмитрий Бессмертный, number 9. Замена сборной Словении. Вместо Тима Макса Эйшника, номер 7, на поле выходит Леон Маринич, номер 18. Substitution in Team Slovenia. Leon Marinic, number 18, goes for Timmy Max Ish, number 7.
Ильи Кухарчика. Номер 14. На бой выходит Максим Санец. Номер 18. Substitution in team of Belarus. Максим Санец. Number 18 goes for Илья Кухарчик. Number 14. Мяч забил Семен Амерович, номер 11, сборная Словении. The goal was scored by Семен Амерович, number 11, team Slovenia. Thank you.
substitution in Team Slovenia. Adam Hajdarević, number 15, goes for Jan Repas, number 8. Матч окончен. Счет 2-1. Победа сборной Словении. The match is over. The final score is 2-1. Team Slovenia wins.
стартовый состав команд сборной Словении. Lineup of the team Slovenia. Номер 12, number 12, Rob Batisha. Номер 3, number 3, Harris Dedic, капитан команды. Номер 4, number 4, Marko Klimenčić. Номер 5, number 5, Tilian Ahit. Номер 6, number 6, Dominik Ipkic. Номер 7, number 7, Timi Max Elšnik. Номер 8, number 8, Jan Repas. Номер 9, number 9, Andras Burkoniak. Номер 14, number 14, Давид Тианич. Номер 16, number 16, Давид Шкрипец. Номер 17, number 17, Санти Огринец. Главный тренер команды, head coach, Игорь Бенадейчич. Стартовый состав сборной Беларуси. Lineup of team of Belarus. Номер 1, number 1, Никита Рабцевич. Номер 2, number 2, Алексей Иванов. Номер 3, number 3, Олег Горопучик. Номер 8, number 8, Алексей Утаревич. Номер 9, number 9, Дмитрий Несмертный, капитан команды. Номер 10, number 10, Валерий Громыко. Номер 14, number 14, Илья Кухарчик. Номер 15, number 15, Александр Александрович. Номер 17, number 17, Егор Хвалько. Номер 19, number 19, Илья Рощенин. Номер 20, number 20, Роман Юзепчук. Главный тренер команды, head coach, Алексей Дергиенко. Матч обслуживает судейская бригада в составе главный судья, the referee of the game, Александр Борисов. Помощники, assistant referees, Игорь Коротков и Андрей Кужелев.
забил Валерий Громыко, номер 10, сборная Беларуси. The goal was scored by Валерий Громыко, number 10, team Belarus.